Площадь Свободы, круговое движение, 4 нерегулируемых пешеходных перехода. Тут нет большого потока машин даже в час пик, но пешеходы не торопятся лезть под колеса авто. Они спокойно ждут на тротуаре, когда водители остановятся перед зеброй, и только тогда начинают движение. А может, к такой аккуратности пешеходов подталкивает один только вид сотрудника ГИБДД. Сегодня у правоохранителей рейд. Обращают внимание и на водителей, которые пешеходов не пропускают, и на людей, которые слепо бросаются под колеса. В прошлые рейды такие были. Сейчас же все кажутся куда законопослушнее и словно знают на зубок главное правило. Пешеход выходить на проезжую часть может лишь после того, как полностью убедился в своей безопасности. Даже на регулируемом пешеходном переходе, когда у нас загорелся зеленый разрешающий сигнал для пешеходов, пешеход обязательно должен посмотреть и убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают пешехода. В госавтоинспекции уже подсчитали статистику по ДТП с пешеходами. За 8 месяцев зарегистрировано 201 авария. После них с травмами осталось 188 пешеходов. Еще 26 человек погибло. По обыкновению, в осенние месяцы цифры начинают расти. Поэтому в ГИБДД напомнили основные правила. Перед переходом нужно первым делом убедиться в безопасности движения. Автомобиль за секунду не затормозит. Да и любит народ надевать черную одежду, сетуют в госавтоинспекции. Поэтому вечером в сумерках человека сложно заметить. В таком случае стоит использовать световозвращающие элементы на одежде. Особенно самым юным пешеходам. Все детки, которые идут в школу, обратите внимание, уважаемые родители, чтобы на их рюкзаках в обязательном порядке были световозвращающие элементы. Как правило, сейчас они идут уже оборудованы изначально. Но вот при покупке рюкзака на это очень следует обратить внимание, чтобы такие элементы были еще и с разных сторон. И на лямке рюкзака, чтобы это было впереди видно. На пешеходе, сбоку рюкзака, чтобы когда идет, да, боком пешеход, и сзади рюкзака. Как одежду, так и рюкзаки уже продаются световозвращающими элементами. Таких ярких пешеходов водитель в темное время суток легко заметит. Если на одежде светлого элемента нет, то можно купить полосы или значки. Притом не только юным участникам дорожного движения. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».